мы идем на тайник. Идем. Очень красивый такой тайник. Называется самовар. Здесь так все по-осеннему. Мама, я нашел желудь. Какой желудь? О, мы нашли желудь. Где? Где желудь? Вот он. Ага. А у меня желудь? Зачем он нам нужен-то? В общем, мы идем на тайник. Народу здесь, ну, ходит. Фотографируется. Особенно осенью. Сейчас очень много народ, который фотографируется. Вообще страсть. Но мы не исключение, понятное дело. А, и шляпку нашли от желудя, да? Все в комплекте. Угу. Пойдем. Пойдем, пойдем. Здесь частный сектор. Вот. Там вон позаниматься можно. Кто хочет. В общем, мы идем. Заход номер 2. Мы этот тайник брали, о, как бы не соврать, год или сколько, 1.5-2, сколько назад. Но не до конца. Блин, красивый вид. Подождите секундочку, сейчас я сфоткаю. И вот мы взяли всю атрибутику. Ну, там, традиционную часть, чтобы взять. Не знаю, получится, не знаю, нет, потому что здесь, в принципе, людно. Ну, вот идем. Здесь, конечно, красота. Да и летом здесь тоже красота. Пока народу нет, я снимаю, потому что, когда я снимаю, на меня смотрят как на дуру. Просто. К этому, наверное, в Пензе здесь еще не привыкли. Да и я пока еще не привыкла. Идешь, что ли? Идем. Мы все идем. Ну так здесь. Так красиво здесь. Можно гулять. Надеюсь, клещей тут нет. Мне кажется, здесь летом вообще классно в плане того, что здесь можно бегать утром. Это вообще просто отличный вариант. Кроме олимпийской. Не знаю, подходим, не знаю, нет. Что-то идем, идем. Что-то долго так идем уже, блин. Ой, не знаю. Там их 2, короче, родника. Сначала там один, потом другой. И вот нам надо как-нибудь там выкопать клад, посмотреть. Еще посмотрим. Тут, кстати, веночки висят на деревьях. В смысле, из листьев, кто вот делал, видать, наверное, домой не понесли и, в общем, оставили. Вот. Вот так здесь очень интересненько, конечно. Для прогулочки здесь самое то прям. Парочки влюбленные гуляют. Дети. Ну, короче, сели перекусить. Ох, красота. Ну, как здесь красиво. Листики. Все как полагается осенью. Листики падают. Ага, падают листики. Короче, я пенек. Я забыла ручку, пришлось рисовать на земле, писать, опять высчитывать. Пару раз мы искали, рыли. Ну, это как обычно. Вот где вот самое легкое, я, как обычно, могу сказать, 3 часа и не найти. Хотя ответ будет под носом, по сути там. Вот. Ну, не знаю, как сейчас. Посмотрим. Уже долго идем, прикусили. В общем, сейчас остался совсем чуть-чуть, я надеюсь. Ой, блин, наконец-то мы дошли. Правда, там люди сидят, как, не вообще не знаю, как получится у нас выкопать его или не получится. Сегодня понедельник, я думаю, вообще никого не будет. Думаю, блин, без проблем, там сейчас возьмем и все. Ну, эту часть мы взяли уже, блин, в каком году-то. Только осталось вот последнее традиционно. Просто гуляем, чтобы уж, может, уйдут они. Вот. А мужики купаются, тут уж снимать их не буду. Вот такой вот у нас родничок. Еще один. Красивый. Ага. Идем. Вот он, самовар. Самовар. Вот такой вот родник. Здесь, конечно, красотища. Осторожно. Здесь бассейн, в нем, ну, как бассейн, в нем купается. Блин, вдалеке вообще такая красота. Надо сфотографировать.
Мы раньше здесь тоже загорали. Короче, мы не нашли. Первый раз мы не нашли, потому что мы неправильно посчитали координаты. Второй раз мы не нашли, потому что там везде кругом сидели люди. Попытка номер 3. Не знаю, получится сейчас у меня взять, не получится. Малая в садике. И решил все-таки взять этот тайник. Ну, я не знаю, получится, не знаю, нет, блин. Главное, чтобы никого здесь не было. И я смогла все сделать. Координаты я посчитала. Посчитала. Блин, там кто-то стоит. Капец, я перетрухала, блин. Какие-то обдолбанные парни там были. Капец. И быстренько спустилась. Я не знаю, как я пойду туда. Правильно, мне муж говорил, блин, не ходи без меня, блин, сюда. Это вообще какие-то странные люди. Блин. Пойду дойду до родника опять. Людное место. Вот. Сейчас маленько там, может, побуду или что. Хотя бы переждать, пока вот эту уйдут они там. Капец вообще. Как я там возьму этот тайник, вообще без понятия. Чувствую, я сюда еще потом приду, блин. Сходила к роднику. Не знаю. Идем. Я что заметила, вот то, что очень часто по городу гуляют наркоманы. Не, ну правда, это как бы не смешно. Сколько раз видела обдолбанных. Они идут, что-то нюхают. Фу, вообще просто ужас какой-то. Вообще реально ужас. Вообще таких людей не понимаю. Вообще не понимаю. Идем. Там какой-то по пути попался опять. Рисует там. Там по пути художник какой-то. Вот контраст. Художник и наркоман. Давайте я отпишусь. Блин, искала долго. Блин, я реально долго искала. Вообще сначала не решалась туда идти, потому что мне было страшно после того, как я увидела этого наркомана. Вот. Потом в итоге я искала, бродила, думаю, может, координаты неправильно посчитала. Ну, фиг знает. В общем, короче, случайным образом я наткнулась на это дерево. Просто посмотрела чисто по фотке, думаю, это или не это. Короче, положила туда шарик, я не стала ничего снимать, потому что там, блин, я вообще, ну, блин, пипец, мне было вообще страшно. Я потому что не люблю такие места. Вот. Я, короче, блин, на пенек шу сесть, быстренько поговорить, пока там девчонки идут. Пока меня не увидел, пока я не болтаю, как дура. Вот. И, короче, я положила туда шарики и блокнотик с отрывными. О, блин, ну для офиса, для заметок, короче, типа такой. Вот. Положила. А взамен взяла магнитик Деда Мороза. Ну, скоро Новый год. И игрушку мягкую. Да, там была мягкая игрушка, такая небольшая зайчка. Блин, что я туплю, сейчас покажу. Вот, вообще, короче, такой мягкий. Я взяла еще магнитик такой. Там снеговик. Ну, я пенек написала, что это Дед Мороз в блокноте. Ну, блин, со страха что тут не напишешь, блин. Ну, я думаю, поймут. Вообще хрен знает, короче. Идем уже обратно домой. Сейчас поедем на маршрутку. Сейчас сяду. И поеду. Студентов тут дофига. Смотрят на меня, как я тут снимаю. Блин, тут еще все перерыли. Капец. Короче, как тут идти вообще? Где я шла? А, я там шла. Иду. Вот, в общем, короче, мне было страшно. Мне было очень страшно. Потому что все-таки тайник такой, блин, там никого не было, лес. Я вообще, я когда искала этот тайник, я думала, блин, неужели вот в этом месте спрятали? Там еще такой мусор лежал. Такое ощущение, как будто там был труп. Реально мне было страшно. Вот.
поэтому, блин. Ну хорошо, что я нашла. Я, я собой лопатку взяла. Я взяла собой лопатку. Я думала, там нужно будет копать. Нет, там копать не надо было. Все равно страшно. Страшно.